Сначала свяжем с вами дно, основание нашего воздушного шара. Для этого из пряжи делаем кольцо и в кольцо провязываем 6 столбиков. Делаем первую петлю и вяжем 6 столбиков. Крючок вставляем в кольцо, захватываем рабочую нить, провязываем столбик. Первый готов и так дальше. 2. 3, 4, 5, 6. Затянули. Вяжем второй ряд. Вставляем крючок в верхушку первого столбика первого ряда. Хвостик сразу прокладываем в ряду. Таким образом сразу его и закрепим. Захватываем рабочую нить. Вытянули. Провязываем первый столбик. В эту же петлю провязываем второй столбик. Все столбики удваиваем. Провязали в первый столбик 2 столбика. Во второй тоже 2. В третий. К концу ряда у нас должно получиться 12 столбиков. 6 уже связали. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд готов. Третий ряд делаем прибавки через один столбик. Провязываем. Один столбик, следующую петлю удваиваем, вяжем 2 столбика в один. Так, 3 уже провязали, затем 4 одинарный, 5, 6 в один столбик, 7 одинарный, 8, 9 вместе. 10 одинарный, 11, 12 вместе, 13 один, 14, 15 вместе, 16 один, 17, 18 вместе. К концу третьего ряда у нас 18 столбиков. В каждом ряду мы делаем по 6 прибавок. То есть в первом ряду мы связали просто 6 столбиков. Во втором ряду удвоили их все, получилось 12. В третьем ряду провязали двойные столбики через 1, получилось 18. Четвертый ряд. Вяжем прибавки через 2 столбика. Вяжем одинарный, 1 и 2 столбика в одну петлю. Делаем прибавки через 2 столбика. К концу ряда у нас должно быть уже 24 столбика в ряду. Один. Один. Прибавка. Так, я уже провязала 12 столбиков в ряду. Дальше 13. 14, 15, 16 вместе, 17, 18, 19, 20 вместе, 21, 22, 23, 24 вместе. Все, довязали ряд. 24 столбика в ряду. То есть увеличился на 6 столбиков. Так, и пятый ряд. Прибавки через 3 столбика. Вяжем. 1, 2, 3. 3 одинарных. 4, 5 вместе. Дальше. 6, 7.
8, 9, 10 в одну петлю. 11, 12, 13, 14, 15 в одну петлю. 16, 17, 18, 19, 20 вместе. 21, 22, 23, 24, 25 вместе. 26, 27, 28, 29, 30 вместе. Все. В ряду 30 столбиков, всего 1, 2, 3, 4, 5, 5 рядов. На этом завершаем вязание. Закрепляем нить. Нить можно обрезать. И вот этот тут хвостик тоже обрезаем. Поскольку мы его в ряду проложили, он уже закреплен, уже никуда не денется. И пока откладываем в сторону, вяжем основную часть, купол нашего воздушного шара. Делаем кольцо. И в кольцо провязываем 6 столбиков. Делаем первую петлю и вяжем. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Затягиваем кольцо. Первый ряд у нас готов. Хватываем нить, вытянули, провязываем столбик. В эту же петлю еще раз вставили крючок, захватили нить, провязываем столбик. Второй ряд вяжется по принципу удвоения всех петель. То есть в первом ряду мы связали 6 столбиков, значит во втором ряду у нас должно быть 12. В каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика. Первый столбик мы уже провязали, связали 1, 2, следующий 3, 11, 12. Второй ряд готов. Третий ряд вяжем. Первый столбик провязываем одним столбиком. Второй столбик предыдущего ряда провязываем двойным столбиком. Раз. И сюда же два. В третьем ряду мы чередуем. Одинарный столбик, прибавка. Один столбик, прибавка. Провязали один столбик, вяжем 2 столбика в одну петлю. К концу ряда у нас должно быть 18 столбиков в ряду. Четвертый ряд. Вяжем один столбик, в следующую петлю один столбик, затем двойной. В четвертом ряду мы делаем прибавки через 2 столбика. 1, 1, прибавка. Прибавка или двойной столбик, это значит провязываем 2 столбика в одну петлю. К концу ряда 24 столбика в ряду. Пятый ряд, прибавку делаем через 3 столбика. Провязываем 1, 2, 3, прибавка.
Опять. Раз, два, три. Прибавка. В каждом ряду у нас по 6 прибавок, и мы их распределяем равномерно по всему диаметру. К концу ряда 30 столбиков. На 6-м ряду я возьму нить контрастного цвета для того, чтобы отмечать начало ряда, чтобы не путаться. И 6-й ряд вяжем следующим образом. Если мы продолжим делать прибавки, как мы делали здесь все время, то у нас будет получаться не круг, а шестиугольник. А воздушный шар все-таки это круг. Поэтому я здесь буду смещать прибавки. И 6-й ряд вяжу по такому принципу. Провязываю. Раз, два, делаю прибавку. В 6-м ряду между прибавками у нас должно быть по 4 столбика. И в начале ряда я провязала 2, и потом в конце провяжу 2. Здесь вяжем 4 столбика. Делаем прибавку. Таким образом мы смещаем наши прибавки, но также равномерно их распределяем. 6 прибавок на ряд. К концу 6-го ряда у нас должно быть в ряду 36 столбиков. Довязали до конца, перекидываю нить, чтобы видеть, где начало ряда. И 7-й ряд вяжем 5 столбиков между прибавками. Здесь провязываем 5. Делаем прибавку. И так до конца ряда. К концу 7-го ряда 48 столбиков. 8-й ряд. 6 столбиков между прибавками. И в этом ряду мы опять будем их смещать. В начале ряда провязываем 3 столбика. Соответственно, ряд у нас закончится с 3 одинарными столбиками. Делаем прибавку. Вяжем 6 столбиков. Прибавка. К концу ряда 48 столбиков. 9-й ряд вяжем по 7 столбиков между прибавками. И начинаем ряд с 7 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка. Так повторяем до конца ряда, и к концу ряда 54 столбика. В 10-м ряду между прибавками по 8 столбиков. И в этом ряду мы опять будем их разбивать, смещать. В начале ряда провязываем 4 столбика. Делаем прибавку. И дальше уже вяжем по 8 столбиков между прибавками. Ряд у нас закончится 4 столбиками. И к концу ряда 60 столбиков. 11-й ряд вяжем по 9 столбиков между прибавками. Начинаем ряд с 9 столбиков, прибавка, так до конца ряда и к концу 66 столбиков. Довязали 11-й ряд, и на этом ряды с прибавками завершены. Далее провязываем 6 рядов по 66 столбиков. Провязано 17 рядов, и сейчас вместе с вами будем вязать 18-й ряд. Начиная с 18-го ряда, мы уже будем делать убавки. И первый ряд с убавками по такому принципу. Провязываем 9 столбиков и делаем убавку.
Убавку делаем так. В первый столбик вставляем крючок в полупетлю и сразу же вставляем крючок во второй столбик. Вытягиваем рабочую нить, и у нас на крючке 3 петли. Провязываем их. Убавка сделана. Сейчас я вам покажу еще раз. Провязываем 9 столбиков. Провязали. И теперь 2 столбика нам нужно провязать вместе. В первый столбик мы захватываем полупетлю. Сразу же вставляем крючок во второй столбик. Вытягиваем рабочую нить. И 3 петли провязываем вместе. Все, убавка сделана. Вяжем так до конца ряда. 9 столбиков убавка. Всего в ряду 6 убавок. И к концу ряда 60 столбиков. Довязали ряд до конца. Заканчиваем его убавкой. И вяжем 19 ряд. В 19 ряду провязываем 60 столбиков. 20 ряд мы будем делать также в ряду 6 убавок. И так же, как и с прибавками, так же и с убавками я их буду смещать. То есть не буду делать друг над другом. Хоть они и через ряд у нас будут, но все равно не хочу на них акцентировать внимание, а чтобы они все-таки равномерно уменьшались. Убавки должны быть между 8 столбиками, но вначале я их буду разделять. То есть сейчас я вот провязала 2 столбика, вяжу еще 3, 4, делаю убавку. И теперь провязываю 8 столбиков и тогда убавку. И ряд я завершу 4 столбиками. К концу ряда 54 столбика. И затем 21 ряд также провязываем 54 столбика без убавок. 22 ряд делаем убавки через 7 столбиков. То есть вот от начала ряда я уже провязала 7 столбиков и делаю убавку. И так до конца ряда убавки через 7 столбиков. К концу 22 ряда в ряду 48 столбиков. И 23 ряд вяжем без убавок 48 столбиков. 24 ряд мы делаем убавки через 6 столбиков. И также я буду смещать убавки, провязываю 3 столбика. Делаю убавку. И далее уже делаю убавки через 6 столбиков. К концу ряда должно быть 42 столбика. 25 ряд провязываем 42 столбика. 26 ряд делаем убавки через 5 столбиков. К концу ряда 36 столбиков, 27 ряд вяжем 36 столбиков. 28 ряд убавки через 4 столбика. Но в начале и в конце ряда провязываем по 2 столбика. Делаем 2. Затем убавка. И дальше между убавками по 4 столбика. В конце ряда должно получиться 30 столбиков. Ряд закончится 2 столбиками. И 29 ряд вяжете 30 столбиков. Связали до конца 29 ряд, в ряду 30 столбиков. И теперь берем наполнитель и добавляем его в наш шар. Наполнитель добавлен. Теперь берем основание нашего воздушного шара. И сейчас будем соединять эти детали.
вставляем крючок в купол, берем основание и вставляем в первую петлю. Вернее, не в первую, а в последнюю, на чем мы завершили вязание. Подтягиваем рабочую нить. Захватываем и протягиваем через две детали. Вытянули, провязываем столбик. Так, первая петля провязана. Дальше вставляем в купол. Вставляем в основание. Обязательно проверяйте, чтобы не пропустить столбики. Помним, что на всех двух деталях у нас по 30 столбиков. Значит, и в соединении у нас также должно быть 30. 2. На куполе захватываем на основании. Вытянули нить, провязываем. И так по всему диаметру должно получиться 30 столбиков. Объединили. Вот что в итоге получилось, как это выглядит. И провязываем еще ряд 30 столбиков. И последний, 32 ряд, делаем обвязку соединительными столбиками. Вставляем крючок в столбик, вытягиваем рабочую нить и сразу ее провязываем. Раз, два, три, ну и, соответственно, 30 соединительных столбиков должно быть. Провязали 30 соединительных столбиков, вытягиваем нить и закрывать ряд будем с помощью иголки. И нить на этом закрепляем, прячем внутрь и кончик обрезаем. Теперь мы с вами переходим к вывязыванию корзинки. Для этого опять из пряжи делаем кольцо и в кольцо провязываем 6 столбиков. Провязали и затягиваем. Вяжем второй ряд. Во втором ряду удваиваем все петли, к концу ряда должно получиться 12. Третий ряд. Провязываем 1 столбик. И в следующую петлю провязываем 3 столбика. Раз, два, три. Затем вяжем 2 одинарных столбика. Раз, два. В следующую петлю провязываем 3 столбика в одну петлю. Раз, два. И сюда же 3. А, так, дальше вяжем 2 одинарных. Раз, два. Вяжем 3 в одну. Раз, два, три. Мы с вами вывязываем сейчас форму квадрата, и где мы делаем по 3 столбика в одну петлю, это наши углы. То есть мы с вами сделали первый угол, второй, третий. Дальше вяжем 2 одинарных. 1, 1. И затем 3 столбика в одну. 2, 3. Начинали мы с вами ряд с одной петли и заканчиваем. Провязываем столбик. Все. Третий ряд завершили. Для наглядности я опять буду использовать контрастную нить, чтобы видеть начало и конец ряда. Четвертый ряд. Провязываем 2 одинарных столбика. Раз, два. Дошли до первого угла и провязываем 3 столбика.
переходим на сторону и 4 одинарных столбика. Раз, два, три, 4. Вывязываем второй угол. 3 столбика в одну петлю. Провязываем 4 одинарных. Третий угол, 3 петли в одну. Четыре одинарных. И четвертый угол, 3 столбика в один. И заканчиваем ряд двумя столбиками. Раз, два. Пятый ряд. Вяжем 3 столбика. Раз, два, три. И теперь 3 столбика в одну петлю. По стороне провязываем 6 одинарных столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в угол 3 столбика в одну петлю. По стороне 6. В угол 3. По стороне 6 столбиков. В угол опять 3 столбика. И заканчиваем ряд тремя одинарными столбиками. Раз. Два. Три. Все, довязали. Получился у нас квадрат. И сразу не сказала, получается первый ряд у нас 6 столбиков, второй ряд 12, третий ряд 20. Четвертый ряд 28 и пятый ряд 36 столбиков в ряду. Довязали пятый ряд и шестой ряд мы делаем обвязку. Это будет дно нашей корзинки и сейчас мы его обвяжем соединительными столбиками. Раз, два, то есть по всему периметру нашей корзинки провязываем соединительные столбики. Соединительный столбик это вставляем крючок в петлю, вытягиваем рабочую нить и сразу провязываем. И так все дно нашей корзинки. Всего 36 соединительных столбиков. Провязали. Теперь немного вытягиваем петлю. Вставляем крючок с изнаночной стороны, накидываем петлю и вытягиваем. Вытянули, подтягиваем нить и сейчас будем вывязывать стенки для нашей корзинки. То есть переходим в другую плоскость вязания. Провязываем воздушную петлю и вставляем крючок. Вот у нас идет край основания. И вот верхнюю петлю захватываем нить
2 петли на крючке провязываем вместе. То есть провязываем все те же столбики. Это у нас идет 7-й ряд. Первый столбик мы уже провязали. Провязываем второй, третий. И по углам мы будем делать убавки из 2 петель. Вставляем один раз, вытягиваем. И следующую сразу вставили, вытянули. 3 петли на крючке провязываем вместе. Первый угол готов. По стороне провязываем 7 столбиков. Вставляем верхушку основания и вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Довязали до угла, делаем убавку. Вытянули нить один раз, следующий столбик вытягиваем, два, все вместе провязываем. По стороне 7 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В углу делаем убавку из 2 столбиков. Здесь опять 7 провязываем. И убавку. Так, и здесь в начале ряда мы провязали 3 столбика, значит, здесь нам нужно провязать 4. Обязательно считайте, следите, чтобы не потерять никакие петли. 2, 3, 4. К концу этого ряда должно быть 32 столбика. То есть у нас было 36, сделали 4 убавки и должно быть 32 столбика. Мы с вами довязали 7-й ряд. И теперь 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, то есть 4 ряда, вяжите по спирали по 32 столбика в ряду. Вывязываем стенки нашей корзинки. И теперь 12-й ряд. Провязываем 32 соединительных столбика по краю. Все, и обвязка готова. И вот она, наша корзинка. Сейчас нам осталось закрепить нить. Обрезаем, вытягиваем и с помощью иголки будем прятать хвостик. Для того, чтобы сгладить вот этот переход, продеваем иглу сквозь петлю, подтягиваем и заводим оттуда, откуда она у нас выходила. Убираем наизнанку. И на изнанке делаем узелок и прячем нить вязания. Все, корзинка готова. И для придания жесткости внутрь можете вырезать кусочек картона и вложить его. И теперь будем соединять корзинку и сам воздушный шар. Для этого я возьму нить, это у меня ирис,
желтого цвета. И также нам еще понадобится линейка. Отрезаем подлиннее. Находим наверху угол. Вот он у нас внизу. Ведем. Получается. И еще раз. Все, закрепили. Теперь берем шар, также вставляем через край и закрепляем. До конца не затягиваем. Теперь берем линейку, меряем для того, чтобы все четыре нитки потом сделать одинаковыми по размеру, чтобы корзинка висела ровно. Поэтому следите за этим. Я буду делать по 4 сантиметра. Все, и когда подобрала, до конца затягиваю. Так, теперь нить ведем на верхушку и закрепляем вверху. Ведем в противоположную сторону. Делим напополам и фиксируем с этой стороны. Находим противоположный угол у корзинки. Также вставляем. Делаем петлю и будем мерить, чтобы у нас также была длина 4 сантиметра. Все выровняла, затянула. И теперь нам осталось то же самое сделать с еще двумя углами. Нить я протяну здесь. Она будет служить, как и декор корзинки. Также закрепляю и соединяю с куполом. Прежде чем затянуть, не забывайте мерить. На этом воздушный шар готов. Также я вверху ниточку привязала, для того, чтобы можно было подвесить. Если же вы хотите, чтобы он у вас вот так вот стоял, то тогда сюда по сторонам необходимо будет ставить либо проволоку, либо деревянные шпажки, зубочистки, что-то такое, чтобы держало. Но у меня он будет подвесной. Отлично подойдет для декора детской комнаты, для изготовления мобиля. И вот у меня маленький мишка, который и полетит на большом воздушном шаре. Мастер-класс на маленького мишку тоже на моем канале уже есть, так что композиция готова полностью.
Как вам? Что скажете? Что думаете? Будет интересно узнать ваше мнение. Спасибо, что посмотрели. Если свяжете, то, пожалуйста, присылайте фото в мою группу во ВКонтакте. Ссылку я оставлю под видео. Желаю вам вдохновения, ровных столбиков и чтобы все задуманное у вас получалось. Все, всем спасибо, всем пока-пока.